Россия может повторить рекорд по экспорту пшеницы. Поставки могут превысить 45 миллионов тонн зерна. По оценкам участников рынка, росту экспорта будет способствовать хороший урожай в этом году, а также большой объем запасов зерна, оставшихся в хранилищах от предыдущего урожая. Березняковцев приглашают на всероссийские субботники 22 апреля. Особое внимание по уборке территории будет уделено местам, благоустройство которых уже выполнено по федеральному проекту формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда». Можно присоединиться к субботнику на тропе здоровья в районе реки Быгель, сбор на стадионе в 9:00. В Усолье всех неравнодушных приглашают к 10 часам в сквер Победы. В Прикамье этим летом пройдет новый ландшафтный фестиваль, посвященный рекам Кусье и Койве. Называется он «У алмазного водопада» и состоится 15 июля в поселке Кусье-Александровске. Организаторы обещают насыщенную туристическую программу. Планируются разнообразные пешие и водные прогулки. Пройдет конкурс водных средств передвижения, изготовленных или украшенных собственными силами. Также состоится театрализованное представление «Встреча на мосту».